Разбор для проекта songtime.ru. Всем привет, давайте сразу перейдем к разбору. Итак, давайте сначала выучим вот это вступление. Средним пальцем зажимаем шестую на третьем, играем. Потом играем открытую пятую, пятую на втором, указательным, и четвертую открытую. Далее прижимаем аккорд ЕМ. Шестая открытая, пятая, четвертая на втором ладу, остальные струны открытые. Играем такой перебор. Шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, третья, четвертая, пятая. То есть идем вниз, до второй доходим, вверх поднимаемся. Далее ставим аккорд С. Шестая не звучит, пятая на третьем ладу, четвертая на втором ладу, третья струна открытая, вторая струна на первом ладу и первая струна открытая. Тут играем такой перебор. Пятая, четвертая, третья, вторая, четвертая, третья, четвертая, третья. Далее ставим аккорд G. Шестая на третьем ладу, пятая на втором ладу, третья и четвертая открытые струны, первая и вторая струна на третьем ладу. Шестая, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, четвертая, шестая, четвертая, третья, вторая. Итак, сыграем все заново в медленном темпе. И опять тут вступление. И опять играем ЕМ. Когда мы несколько раз сыграли эту последовательность, идет как бы бридж к припеву. Там, в принципе, ничего сложного, но многие путаются на аккорде D, как играть. Напомню, аккорд D ставится так. Шестая не звучит, пятая не звучит, четвертая открытая, третья на втором, вторая на третьем, первая на втором. Играем так. Четвертая, третья, вторая, первая. Потом ставим мизинец на третий лад на первой струне. Играем еще раз первую. Далее мы отпускаем мизинец, дергаем нашу первую струну, делаем мизинцем хаммер на третий лад и потом срыв. И доигрываем, играем вторая, третья. То есть там у нас идет два раза подряд аккорд D. Потом идет аккорд АМ. Шестая не звучит, пятая открытая, четвертая, третья на втором ладу, вторая струна на первом ладу и первая струна открытая. Тут мы играем просто перебор сверху вниз. Пятая, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, четвертая. И потом идет аккорд G, шестая, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, четвертая. Припев мы сыграем ритмическим рисунком, там есть такие аккорды. ЕМ мы уже знаем, С уже знаем, Д уже знаем. H7 есть аккорд. Шестая не звучит, пятая на втором, четвертая на первом ладу, третья на втором, вторая струна открытая, первая струна на втором ладу. И аккорд АМ, мы его тоже знаем. Итак, все по порядку. Играем ритмическим рисунком. ЕМ, С, Д два раза. С, H7, ЕМ два раза. Теперь С один раз, Д один раз, С, Д, А, М, С и G два раза. После того, как мы сыграли G, опять идет куплет.
На этом урок закончен. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Пока.